Личность установлена, мотив пока нет. Во Франции арестован водитель, который накануне совершил наезд на военных в пригороде Парижа. При задержании нападавшего ранили. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Амубин Латреш, 36 лет, выходец из Алжира, который последние 3 года жил в пригороде Парижа. Работал в местной прачечной, по словам соседей, был замкнутым и практически ни с кем не общался. Это пока все, что известно о мужчине, который накануне на машине совершил наезд на французских военных. Сам нападавший показаний пока не давал. Во время задержания на автобане он был ранен полицейскими и сейчас находится в больнице. Я ехал в направлении Кале и вдруг заметил, что обгоняющие меня машины подают сигналы фарами, что я должен остановиться. Я увидел пробку, много полиции и заглушил мотор. И тут началась стрельба. Полиция уже обыскала квартиру, где жил нападавший. Что нашли, пока не говорят. В любом случае, силовики не сомневаются. Нападение было спланированным. Камеры наблюдения засняли наезд. Машина долго стояла на парковке, а когда из казармы вышли военные, водитель тронулся с места и, быстро набирая скорость, въехал в группу солдат. Мы знаем, что это был не несчастный случай, это была преднамеренная атака. Пострадавшие военные до сих пор находятся в госпитале, но уже на днях их обещают выписать. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер».